Что предусматривает этот бизнес? Отдельно актовый зал, спортивный зал. Спортивный зал. Современный дизайн и просторные помещения. К такому заключению пришли единороссы после посещения новых образовательных учреждений в Одинцово-1. Детский сад на 350 мест уже введен в эксплуатацию. Самое интересное – подбор материалов, цветов материалов, качество материалов. Сделано на очень высоком уровне. Я уверен, что будущие детки будут с удовольствием ходить в детский сад. И даже стены, которые оставили за собой строители, они будут людей радовать, детей радовать. И они будут полноценно развиваться. Детский сад откроет свои двери для дошколят уже совсем скоро. Партийцы также проверили строительство новой школы. Ремонтные работы идут полным ходом. Сдать объект обещают к началу июля. Школа очень красивая, новая, безусловно, и абсолютно интересный такой проект. Очень просторная, широкая, с двумя спортивными огромными залами. И поэтому сейчас усиленно ведутся работы, чтобы, конечно, успеть к 1 сентября. Школа рассчитана на 1160 учащихся. Единороссы уверены, что современный дизайн учреждений понравится ученикам. И это положительно скажется на учебном процессе. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».